Опа, опа. О, привет! Я тут увлекся, просто кликнем. Все дело в том, что есть способ, с помощью которого можно прокачать оплату за каждый клик до 1 рубля и за каждую 1000 кликов получать 1000 рублей. И сейчас я вам говорю о ВК-боте Winter Clicker, в котором я уже заработал 13 миллионов, и сегодня мы это все будем выводить. Поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите видос до конца, если хотите получить самую эффективную стратегию для заработка на обычных кликах. Ну и да, друзья, кое-где, как всегда, будет спрятан классный денежный промокод, поэтому смотрите внимательно. Суть этого бота в том, что вам надо лепить снежки. Мы нажимаем «Слепить снежки», и вот мы за этот клик получили 52 снежка на баланс. Эти снежки — это и есть реальные деньги, и сегодня мы их будем обменивать и, конечно же, выводить. Так что чем больше вы вот сюда кликнули, тем больше снежков получили и тем больше денег заработали. Но изначально вы за один клик получаете по одному снежку. Чтобы ускорить ваш заработок, вам необходимо прокачивать здесь оплату. Для этого надо покупать вот такие вот различные улучшения. Покупать их можно как и за те деньги, которые вы здесь заработали сами, то есть абсолютно без вложений, либо за свои реальные деньги. Кстати, смотрите, покупаются все эти улучшения вот с этого баланса для покупок. Зарабатывать деньги на этот баланс можно, выполняя различные задания в группе этого бота. Вот, например, за подписку на этот паблик уже платят 5 рублей. Вот, мы подписались, заходим в группу, и, соответственно, 5 рублей мы получили на баланс для покупок. И вы уже на эти деньги можете купить первую прокачку и получать на один снежок за каждый клик больше. То есть уже за это улучшение вы будете получать в 2 раза больше, чем было изначально. Также можно делать разные репосты записи в этом паблике и за каждый репост получать по 2,5 рубля. Вот просто отправляем эту запись к себе на страничку, то есть делаем репост, возвращаемся в бота, все, 2,5 рубля наши. У меня на балансе для покупок уже 5 рублей накопилось, поэтому приобретаем улучшение первого уровня. И вот, я уже получаю не 52, а 53 снежка за клик. Я вам очень кратко уже показывал этого бота в одном из прошлых видео, около месяца назад. И тогда я купил в нем улучшение за 250 рублей, которое увеличило мой заработок в 50 раз. И, друзья, вот прошел месяц с того видео, и смотрите, что я сделал. Я каждый день заходил в этого бота, просто делал клики, и у меня на балансе вот что накопилось. 13 миллионов снежков. Да, друзья, 13 миллионов, и когда вы узнаете, сколько это в рублях, вы реально приятно удивитесь. Ну или другими словами, офигеете. И моя цель, друзья, в этом боте приблизиться максимально к оплате 1 рубль за один клик, чтобы за каждые там 100 кликов получать 100 рублей. И смотрите, как я это сделаю. Все эти улучшения для прокачки вашего клика можно покупать вообще сколько угодно раз. Вот, например, вы заработали, скажем, здесь 500 рублей и можете потратить их и 2 раза купить подряд вот это вот улучшение. И будете уже получать по 100 снежков за клик, и тогда ваш заработок, ну, если мягко говоря, улетит в космос. Но выполнять задания в группе этого бота — это еще не вся халява. У меня есть для вас промокод RINGO, который автоматически каждому из вас умножает оплату за снежки в 2 раза на целых 1000 кликов. То есть вот смотрите, у меня сейчас оплата 53 снежка за клик, вводим этот промокод, и теперь моя оплата умножена в 2 раза на ближайшие 1000 кликов. Нажимаем лепить снежки, и смотрите, вот, теперь я получаю не 53, а 106 снежков за каждый клик. И эта оплата будет держаться аж 1000 кликов, то есть я теперь за 1000 получу не 52 тысячи снежков, а аж 106 тысяч снежков, в 2 раза больше. И будьте внимательны, на конце, друзья, это не буква О, а цифра 0. И этот промокод абсолютно бесплатный, только для подписчиков моего канала. У него 1000 активаций, поэтому успевайте, промокод под видео. Но это еще не все. За каждый слепленный снежок температура вашего тела снижается на 1 градус. Когда она достигнет 0, то вы не сможете лепить снежки. Поэтому жмем «Согреть руки», дальше нажимаем «Греться». И за каждый такой клик температура вашего тела повышается на 0,5 градусов. И максимум ее таким образом можно повысить до 100 градусов. Так что советую держать температуру вашего тела максимально высокой. И, наверное, многие из вас спросят, а можно ли сюда установить автокликер, чтобы он лепил за вас эти снежки, и вы получали деньги на полном пассиве, и
Да, друзья, можно. Скачиваем абсолютно любой автокликер, запускаем его. Я использую вот такой вот автокликер, запускаем его. Дальше здесь время интервала действий ставим 4000 миллисекунд, то есть 4 секунды. Теперь автокликер мы берем, запускаем и идем в бота. Теперь ставим точку клика на кнопочку «Лепить снежки». Запускаем автокликер и все, друзья. Снежки лепятся автоматически. Вы можете теперь вообще ничего не делать. Каждые 4 секунды я вот получаю по 106 снежков. Но я, друзья, не использую автокликер, потому что примерно каждые там 15, 20, иногда 30 кликов ВК выдает капчу, которую, как видите, автокликер решить не может. Поэтому его надо останавливать. Вводить капчу и только после этого продолжать получать деньги на пассиве. Плюс, друзья, не забываем, температура тела падает, и ее надо повышать, и автокликер это тоже не умеет делать. Поэтому использовать автокликер или нет, здесь уже решать вам, как вам удобнее. Ну а теперь самый главный момент, курс этих снежков. 10 тысяч таких снежков — это 1 рубль. У меня на балансе 13 миллионов снежков, то есть это примерно 1300 рублей. Прикиньте, я поднял 1300 рублей, просто кликая в одну точку на телефоне. Да, это не за 5 секунд, это за несколько дней, но я особо и не напрягался, я просто каждый день заходил и по несколько вот так вот минут кликал, сидел безостановочно. И сейчас мы эти деньги, друзья, будем выводить. В прошлый раз я с бота вывел там в районе 60 рублей, сегодня будет 1300. Посмотрим, как этот бот справится с такой огромной суммы, ну а вам советую досмотреть ролик до конца, чтобы этот момент не пропустить. И перед выводом смотрите, сейчас я получаю по 52 снежка за каждый клик, то есть 10 тысяч делим на 52, и чтобы заработать 1 рубль, мне надо сделать 192 клика, и это, честно говоря, уже неплохо. Но сейчас я хочу прокачать свою оплату и сделать так, чтобы рубль я зарабатывал, ну, хотя бы кликов за 30, а в дальнейшем сделать так, чтобы за каждый клик я получал по 1 рублю. Вот это будет безумие, и я, конечно же, это сделаю. Итак, я хочу купить улучшение за 1000 рублей, которое прибавит к моему клику аж 200 снежков, и за каждый клик я уже буду получать по 250 снежков, то есть в 5 раз больше, чем сейчас. Покупать это улучшение я буду, конечно же, за свои деньги, делать это вам не обязательно, все по желанию. Я лишь просто вам показываю свой опыт заработка. В общем, давайте покупать, нажимаем пополнить. Пополниться здесь можно через Киви напрямую, либо через Кексик. Кексик включается себя и криптовалюту, и банковские карты, и Юмани кошелек и так далее. Я буду через Киви. Вводим сумму 1000 рублей. И пополняться через Киви очень просто. Вам выдается вот такая вот Киви карта. Вы ее копируете. Дальше в свой Киви заходите, на нее 1000 переводите, возвращаетесь в бот и нажимаете проверить платеж. Давайте это сделаем. Я захожу в свой Киви, нажимаем переводы на карту. Здесь выбираем карту. Дальше номер скопированной карты вставляем. И переводим на нее ровно 1000 рублей. Платеж происходит абсолютно без комиссии. Нажимаем оплатить. Все, платеж переведен, и сейчас буквально желательно подождать 15-20 секунд и только после этого возвращаться в бота. Все, секунд 20 прошло, возвращаемся в бота, нажимаем проверить платеж, ждем. Все, 1000 рублей у нас на балансе. Супер. И теперь покупаем это улучшение за 1000 рублей. Все, теперь за каждый клик я получаю 253 снежка. То есть теперь 10 тысяч делим на 253 снежка. Итого мне надо сделать всего 39 кликов, чтобы заработать 1 рубль. И это, друзья, уже не 200 кликов, как было до этого, и вот это уже реально кайф. Теперь за месяц я заработаю не 1300 рублей, но как минимум в 5 раз больше. Это может быть 5, 6 и, возможно, даже 7000 рублей, если прям постараться. Прикиньте, просто 6000 рублей за месяц, тупо кликая. Классно. Ну а теперь давайте выводить. Перед получением денег хочу сказать, что я нашел несколько, друзья, секретненьких промокодов, которые можно использовать в онлайн кинотеатре Иви и дальше, делая пару нехитрых действий, получать по 100, по 150 рублей каждые 20-30 минут. Подробно эту схему я расписал в своем телеграм-канале, так что, друзья, забираем ее, это все бесплатно, ссылочка под видео. Фух, друзья, в общем, давайте выводить то, что у нас имеется на балансе. Для этого нам необходимо обменять все наши снежки на баланс либо для покупок, если вы хотите потратить это на улучшение, либо на баланс для вывода. Я буду менять все на вывод. И вот у меня по итогу на вывод 1331 рубль. Блин, просто кликая, сносит бошку. Классно. Нажимаем, друзья, вывести. Вывод заработанных денег здесь доступен на Киви и на Юмани кошелек. Я буду выводить деньги на Киви. Вводим номер Киви кошелька.
отправляем его, ждем, пока нам бот что-то ответит, у меня просто инет плохо работает, поэтому все долго грузится, все, пару секунд, составляем заявку на выплату, супер, и отлично, заявка на выплату у нас создана, в общем, как только деньги придут, я вам, соответственно, сразу покажу. И, друзья, зная опыт предыдущего вывода, он пришел достаточно быстро, я решил не выключать камеру и не зря, смотрите, в 17:55 мы заказали выплату, ваша заявка была обработана в 18:00, то есть 5 минут прошло, и смотрим, 1331 рубль к нам пришли. Ну, там без копеек, по-моему, комиссии нет, как я понимаю. 17:58, то есть вот, 18, ну, короче, да. Все максимально быстро пришло, обновляем, супер. А также посмотрите видео про игру, которая без вложений в полупассивном режиме приносит по 400 рублей каждые 10 минут. На этом все, пока.